Привет, мужик, это Шамшурин, и это видео будет посвящено теме онлайн-знакомства и общения. Здесь я приоткрою тебе чуть-чуть часть моего модуля про онлайн-общение из моей системы Шамшурина, которую, кстати, ты сможешь приобрести в новогодней распродаже с 23 по 26 декабря по суперцене. И я наконец-то переснял все свои старые видеоматериалы, дополнил их огромным количеством новой информации, упаковал это в удобный формат, разделил это на 5 отдельных модулей, каждый из которых просто шедевр, а все вместе это просто все знания и навыки, которые нужны тебе для того, чтобы ты мог легко и комфортно получать самых лучших, которые нравятся тебе, женщин. Это удобный формат, 5 модулей и очень много маленьких отдельных микроуроков. Плюс хороший звук, хороший свет, удобная и понятная форма донесения простыми мужскими русскими словами. В системе ты найдешь все о живых знакомствах, об онлайн-общении, о том, как понимать женщин и буквально в смысле читать их насквозь, о том, как сближаться и проводить свидания, как выбирать женщин и строить с ними классные гармоничные отношения. И все это, весь мой 15-летний опыт я взял и упаковал в одну систему. Ты сможешь приобрести ее в новогодней суперраспродаже с 23 по 26 декабря. Подробности здесь, под этим видео. Кстати, это еще не все. Там же ты найдешь уникальный тест, пройдя который, ты сможешь проверить свои скиллы, свои навыки, способен ли ты соблазнить, очаровать, понравиться лучшей девушке, которая тебе нравится. После этого ты получишь видео-ответ на тест, где я подробно рассказываю, что работает, что не работает. Все ссылки и на тест, и на распродажу здесь, под этим видео. Не пропусти момент. Она сейчас будет стоить в 4 раза меньше, чем стоить будет после Нового года. Потому что эти знания поистине бесценны. Весь мой 15-летний опыт там. А теперь смотри видео. В этом уроке мы будем с тобой разговаривать про общение, про переписку. Начнем об этом разговаривать. И хочу тебе дать сначала схему переписки. Я вообще не сторонник никаких схем, но иногда человеку поначалу нужно какие-то пошаговые действия, пошаговые шаги. Нужно первое – открыть, то есть начать общение. И здесь принципиально важно, критически и крайне важно, с какой фразы ты начинаешь это общение, что будет написано в первом сообщении. Первое сообщение – это либо залог успеха, либо ничего хорошего. В отличие от живых знакомств, где первая фраза не столь важна, здесь важно, что ты будешь туда писать. Второе, значит, следующее – заинтересовать собой. То есть в общении ты обязательно должен общаться таким образом, об этом я сейчас буду разговаривать, чтобы заинтересовать собой. Кстати, да, здесь всего я тебе не смогу сказать, то есть первый модуль, который ты обязательно должен посмотреть, а в первом модуле и во втором модуле про живые знакомства есть очень много информации по поводу того, что такое позиция сверху, почему женщины заинтересовываются, когда видят мужчину, общающегося с ними с позиции сверху. Далее, значит, вызвать доверие, далее непосредственно сама какая-то переписка, ну о чем-то там, обязательно раскачка по эмоциям, то есть ты даешь ей разные эмоции, то ты какой-то подлец, негодяй, плохой парень, то ты какой-нибудь романтик, хороший, то ты искренний, честный. Это все очень хорошо работает. Далее ты предлагаешь девушке встретиться и берешь у нее номер телефона. Принципиально, чтобы у тебя был контактный номер телефона, либо чтобы ты перешел в какие-то там мессенджеры, либо там видеозвонок, либо просто звонок, но то есть договариваться о встрече здесь, в социальной сети, не нужно. Тебе нужен телефон этой женщины. И, в общем, следующий, последний пункт, который будет, это переход в офлайн, из онлайн-общения в офлайн, то есть как тебе непосредственно перевести общение в живую встречу, потому что цель любого общения на сайте знакомств, она исключительно заключается в том, что ты хочешь и должен, и можешь, и встретишься с девушкой, которая тебе нравится вживую, и дальше ты уже будешь с ней общаться вживую. Как общаться вживую, кстати, да, у меня есть модуль про свидание и сближение, опять же, в этой системе есть абсолютно весь набор всего необходимого, что тебе нужно для того, чтобы эффективно общаться с женщинами. Итак, это была короткая схема переписки. А теперь давай более подробно. Значит, смотри, по поводу того, что такое открыть. Открыть, начать общение. Еще раз, крайне не рекомендую писать просто слово «привет». Я понимаю, что может быть лень, но хотя бы что-то там заготовь и, соответственно, что-то большее, чем «привет», и отправляй этим девушкам копировать, вставить, но не надо «привет». «Привет» — это слово, на которое даже иногда не хочется отвечать. Или уж если ты пишешь «привет», то хотя бы пиши лучше «привет» плюс комплимент. «Привет», восклицательный знак, там куча смайлов, там «ты сегодня классно выглядишь», хотя сегодня, да,
казалось бы, почему, но девушка это обязательно отметит, что это необычно, потому что как сегодня, не сегодня, то есть это некий аналог живого знакомства. Можешь начать с какого-то подкола, ну, в хорошем смысле слова. Здесь тоже разные стратегии, можно юморить, можно быть откровенным. Я сейчас об этом всем буду рассказывать, ты будешь пробовать либо то, либо другое, либо третье. Допустим, какой-то подкол про сумочку. Вот ты увидел у девушки сумочку, какую-то интересную, там, допустим, там, похожую на какого-то животного, и ты говоришь, там, у тебя такая, привет, отлично выглядишь, у тебя такая интересная сумочка. Она мне напоминает моего кота в детстве, там, или кота в деревне. И обязательно смайлики, понимаешь? То есть, когда ты добавляешь смайлы, ты даешь понять, что, ну, в отличие от живого знакомства, где намного проще заинтересовать девушку, здесь приходится добавлять смайлы, то есть давай понять, что ты на позитиве, это шутка, это как бы юмор, it's a joke, I'm kidding и так далее. То есть, опять же, если ты боишься, что какая-то женщина, на ней это не сработает, она это не оценит и так далее, поверь мне, даже если ты напишешь «Привет, ты там обворожительно, вы шикарны», если она неадекватная, несмотря на то, что это вроде бы стереотип, но все-таки, как мне кажется, в сайтах знакомства все-таки больше неадекватных женщин концентрируется, чем адекватных, чем в жизни, то она в любом случае на любое твое сообщение ответит там «Да пошел ты!» или что-то в таком духе. Поэтому расслабься. Тем более здесь ты не теряешь ничего. С одной стороны, я всегда говорю, что лучше сначала научиться вживую знакомиться и общаться с девушками, соблазнять их, опять же, да. Но если уж ты никак не решаешься вживую, то онлайн-общение – это вообще неплохой тренажер, потому что здесь ты можешь немножечко себе там позволить какие-то вольности. Почему еще, кстати, эти приколы всякие, там, подколы, сумочки или чего-то еще работают? Сейчас у меня будут примеры для тебя чуть позже. Потому что ты тем самым показываешь свою непривязанность к общению. И отличаешься от большинства мужчин, которые там только и, как сказать, нацелены на то, чтобы только понравиться, только сказать что-то хорошее, классное, доброе, красивое. Допустим, можно сказать, что там сумочка похожа на гамбургер. Я так уже проголодался, что, глядя на твою сумочку, у меня уже проснулся аппетит. И можно даже, например, так сказать, что твоя сумочка мне так напомнила гамбургер, что мне аж сразу захотелось в Макдональдсе поесть. Я так же, как и ты, наверняка раз там в месяц или раз в два месяца бывает заезжаю в МакАвто. То есть, что здесь? Ты как бы подколол про сумочку, ты говоришь, мы с тобой одинаковые, я так же, как и ты, потому что, ну, это практически любая девушка, кроме какой-нибудь закоренелой зожницы, она все равно, как и ты же тоже, если даже ты за здоровое питание, время от времени все равно хочешь заехать, там, сожрать какую-нибудь булку, то есть и такое бывает, вы этим грешите. Можно даже написать дальше, что готов согрешить этим с тобой вместе. Далее, комплименты. Если комплимент, то лучше какой-то необычный. Насчет всех этих перечисленных вещей, если некоторые из них показались для тебя какими-то дикими и слишком фривольными или что-то еще, здесь и задача в том, чтобы ты сейчас попробовал все из этого, попробовал на себе и понял, что это все работает. Смотри, у тебя будет обязательно практика, то есть это все надо будет применять, писать, печатать это девушкам. Ключевое, все, что бы ты ни писал, ты пишешь самым лучшим из представленного ассортимента девушек, которые у тебя есть. То есть если тебя там лайкнули какие-то девушки красивые и там, может быть, те, которые тебе не очень понравились, не надо включать такую логику, что сейчас вот я тем, которые не очень понравились, напишу какие-то там фривольные вещи, а этим я буду писать как раньше. Если ты будешь писать им как раньше, ты так и будешь продолжать неэффективно с ними общаться, ты так и будешь продолжать делить их на тех, которые обычные, и тех, которые суперкрасивые, и ничего хорошего у тебя из этого не выйдет. Поэтому все эти вещи, в том числе и здоровые, все остальное, ты пишешь только самым привлекательным для тебя желанным девушкам. Тем более, если они один хрен, как говорится, на данном этапе твоей жизни не реагируют на тебя хорошо, по этой логике чего терять-то? Далее, смотри, моя фишка с неким именем. По поводу того, что некоторым мужчинам страшно даже произнести фразу там «напиши свой телефон», то есть есть такая беда, да, то есть это одна из ошибок переписки, я к этому еще буду возвращаться, что мужчины, боясь получить этот отказ, что ему скажут «нет», а ему же так не хочется этого, да, они ищут и ждут в переписке какого-то удобного момента или случая, чтобы вот, кстати, как-то очень нативно встроить, типа «а давай там сходим, там увидимся на свидание, поужинаем, чай пьем». Не надо ждать никаких удобных моментов. Ты ничем не рискуешь. Если ты не будешь выполнять здесь мои рекомендации, тогда у меня к тебе несколько вопросов. Один из них – почему вообще ты смотришь эту систему? Почему ты вообще тогда это делаешь? Если, давай договоримся, если ты смотришь мои видео, значит, ты делаешь все, что я тебе говорю. Просто сделай то, что я тебе говорю. Ты охренеешь от того, насколько изменится твоя жизнь в лучшую сторону.
Далее, очень интересные и полезные упражнения, которые в моем втором модуле, который посвящен живым знакомствам и общению, называется упражнение «Горлом». И здесь ты можешь его применять также по такому же принципу. То есть, как более детально выглядит это упражнение, как его делать на живых девушках, я тебе рассказываю и расскажу, или рассказал, если ты уже посмотрел в моем втором модуле. Ну, здесь в двух словах, то есть, смотри, там есть определенный стресс, потому что девушка живая, она как-то реагирует, и нужно в моменте что-то тут о ней говорить. Здесь же есть большой плюс, потому что у тебя есть время подумать. Ты вообще не обязан отвечать ей сразу, не надо ей сразу отвечать. Не торопись ей отвечать. У тебя есть целые там сутки, не знаю даже. То есть я знаю одного товарища, который принципиально на каждое сообщение девушки отвечал ровно через сутки после того, как она ему его писала. И это как бы было забавно. Да, ему просто было прикольно, он так набрал несколько девушек, с ними переписывался. Это немножко долго, но как это выглядело? То есть в какие-то моменты девушки начинают замечать, говорят, слушай, а ты что, реально раз в день нам отвечаешь? Тебя что там выпускают из какой-то, не знаю, из подвала на прогулку? Почему ты делаешь это в течение раз в сутки? И это вызывает у них определенный интерес. По поводу упражнения горлом, то есть что ты делаешь? Если коротко, глядя на девушку, и так мы делаем на наших живых тренингах, ты описываешь то, что ты видишь. Плюс не просто описываешь, а это должно озвучиваться вместе с какими-то ассоциациями, ощущениями, что-то там тебе это напомнило. Желательно при живом общении не задавать вопросов, не вступать в диалог. Здесь можно несколько сделать это более лайтово. И с этой фразы, с этих фраз, для чего нам это упражнение? Оно нам для того, чтобы с этого открывать девушек, начинать общение, когда ты не знаешь, что сказать. И это будет всегда интереснее, чем просто банальный комплимент. Либо же с этого упражнения, с помощью этого упражнения, ты будешь, скажем так, затыкать паузы в разговоре, если мы говорим о живом общении, и здесь в переписке ты не знаешь, что написать, такой раз типа, кстати, вот я тут заметил то-то, то-то и так далее. Смотри, как это делается. Допустим, мы берем какую-то девушку, пусть будет Лариса, 27 лет. Если бы я, как тебе выполнять это упражнение? Сначала просто разглядывай эти фотографии для себя и говори, что бы ты вот тут, что у тебя приходит на ум. Здесь, если в живом тренинге у нас есть 4 минуты на выполнение этого упражнения, там не должно быть каких-то пауз, то здесь у тебя есть сколько хочешь времени, тренируйся как хочешь. То есть ты смотришь на девушку, что тебе приходит в голову, давай я буду просто на примере своем говорить. Чтобы я написал ей, именно как в виде сообщений, соответственно. Итак, это был маленький кусочек моей суперсистемы Шамшурина, которая даст тебе все для того, чтобы ты кайфовал с женщинами. Подробнее о распродаже здесь под этим видео. Также ты найдешь там тест и ссылку на тест, который позволит тебе проверить свои навыки и скиллы. Способен ли ты очаровать и соблазнить самую красивую девушку? С подробным видеоразъяснением.